Итак, это послание себе в будущее похудевшему и подкачавшемуся Владу Савельеву. Посмотри, чувак. Да-да, Владос, посмотри, Влад, посмотри. Вот сейчас. Сейчас ты худой, стройный, и посмотри на это видео, вот каким ты был. Тебе это, вот, ну, сравнение, как вот тебе. Но по ощущениям, ты 30-летний самец, красавчик. Так что ты молодец, ты справился с этим. Это обращение, повторюсь, к самому себе в недалекое будущее.